Приветик, приветик! Это я, Оля из Греции. Вы на моем канале Flower Therapy, цветочная терапия. Спешу сделать вступление, потому что у нас праздник с Рождеством. Те, кто сегодня празднует, Греция празднует. Мы, конечно же, жители Греции празднуем. И этот праздник, и наш православный. Да, все мы празднуем. У нас много праздников. Это хорошо, да? Повод для праздников – это хорошо. Снимала я для вас, конечно же, разное, смотрите. А я в это время, пока вы будете смотреть, я буду готовить еду на сегодня. Что-то вкусненькое. Может, я засниму вам, покажу, посмотрим, как пойдет. А вам желаю только всего хорошего. Мира, здоровья, счастья. Всего-всего, каждый чего пожелает. Всего самого-самого наилучшего от меня, Оли из Греции. Честно, у меня очень хорошее настроение, погода у нас хорошая, совсем не зимняя, совсем не праздничная. Напротив вижу, цветочки цветут, бугенвилию, там еще кое-что. Как не будет настроение, солнышко светит, все хорошо. Вот, и такие вот у меня эмоции, хочу передать им вас, вам. Спасибо за все. Смотрите. И мы, конечно же, еще увидимся много-много-много-много раз, потому что Оля продолжает. Оля ничего не заканчивает. Может, я снимаю мало видео, но я здесь. Я никуда не ушла. И в новом году будет разное. И в этом пока он еще не кончился. Так что я здесь. И все у меня хорошо. А у вас должно быть еще лучше. Новая неделя. А я топаю. Топаю, топаю по делам. И что-то соберу с почты. В этот раз уже для себя. И похвастаюсь, конечно же, вам. Солнышко. Сегодня не холодно. Вчера было холоднее. Ничего. Ну, зима. Захожу, а моя красота. Вот тут. Дякули! Ты кушаешь печеньку? Тут же съедать свою печеньку. Стой, стой, не прыгай на меня. Прыгает на меня, марает меня. Ты, куда ты убежал? Не убегай, не убегай. И подожди. Я хочу тебя заснять. Так, что у нас тут цветет? Ну, они уже все отцветают потихонечку. Видите, не все вместе. Может, даже и хорошо, что не все вместе. Так, поочередно. И так мне дается шанс посмотреть, ну, смотреть, любоваться этой красотой дольше. Вот так, тут бутончик. Тут уже все завяли. Ну, ничего. А я заметила, что у меня будет цвести красула. У нее невзрачные цветочки, непонятные. Вот такие вот какие-то штучки, смотрите. Вот. Вот. Она у меня уже не первый год выдает. Ну, так, мало, но чуточку что-то дает. Вот в этом году больше. Ну, такой цвет зачем нужен? Посмотрите. Смотрите, невзрачная такая штучка. Совсем невзрачная. Дякули, ты набегался. Давай, передохни чуточку. Я пришла, быстро пришла. А что я принесла? Что я принесла? Сейчас будем показывать всем, что я принесла. Дякули, да съешь ты ее уже. Неделя-то проходит, а я забываю снимать кадры. А это называется, что я занята. Вот, когда занята, я забываю. У нас был дождь неожиданный. Ну, вроде так нормальные деньки были. Да и сейчас нормально после дождя. Небо красивое вот такое вот. Ну, вчера вечером пошел дождь, ночью, утром чуточку. Вот так вот. А так хорошо. Не могу сказать, что холодно. Сейчас посмотрим градусы. Ой, надо поснимать не что, кое-что.
Ну вот уже, смотрите, сыпятся листья, прилетают от магнолии, от вот этого. Вот настоящая осень. Мы говорим зима, но в принципе это осень. Так, какие у нас градусы? Давайте посмотрим. 17? Где-то так. Нормально? Очень даже нормально. Ой, кто тут? А, смотрите. Ты живой? О, живой. Он, наверное, умирает. Ой, бедненький. Или ты намочился? Ты мой хороший. Бутончики. В общем, вот такие вот дела. Все как было, ничего не продвигается. Да-да-да. Заняты, очень-очень заняты. Туда больше ничего не занесла. Все как было в первые дни. Ничего не продвинулось на улице. Кое-что делала, но не видно, потому что это было не тут. Очень много прибирать всего надо. Я не знаю. Когда мы жили, скажем, в квартире, вот, в другом доме, дел было намного меньше. Тут у нас, ну, дом по размеру, как сказать, такой же, да, домашние в доме дела, такие же, все так же. Ну, из-за собачки могу сказать, да, больше убираю, вот, но... Дела сколько вот во дворе, вокруг дома, за двором, в общем, да, бесконечные и нет порядка, которого бы я хотела. Я стремлюсь туда, но что-то то получается, то нет. В общем, вот так. А засняла я отдельный ролик про... кактусики, которые я получила посылочку, так что увидите вы уже, наверное, на следующий, ну, после влога, вот, как я думаю. Пусть будет на запись разная, праздничные дни впереди разная, занятая, вот, ну, на запись пусть будет, так что болтать не буду, поснимаю я кое-что и на греческом, и на русском. Вот так, потому что греки тоже просят, сними, покажи нам свои цветы, там одно, другое. А я только посылочки показывала и больше ничего. Смотрите, из семян вот тут все проросло. Вот, вот это вот ромашка африканская. Смотрите, смотрите, сколько. Вот они. Конечно, и внутри прорастают, и вот тут снаружи проросли. Ой, сколько вас! Чуть-чуть бы прибрать, но нет, нет, не дойдет очередь. Уже после Нового года я приберу, что-то подстригу, что-то сделаю. Я не успеваю, нет. Накануне праздник, значит, Рождество по-гречески, скажем. Вот, ну, мы не можем не отмечать, все-таки мы тут живем. Все идут, сказать, по этому направлению, ну, и мы... Все-таки, ну, конечно же, и наши праздники все-все мы чтим, отмечаем. Как-то так вот делимся на две части, получается. Вот, вот такие вот дела. Ну, что еще? Что еще? Смотрите, какой хлорофитум. Я все в доме хочу завести. У меня в доме был, но у него в доме он не такой хороший у меня. У него тоньше листики, у него теряется варьегатность. А тут прорастает, и везде вырастает, и надо вон резать. Они где только уже не проросли. Ну, хочу я и в доме вот такой вот, но что-то он не хочет. Вот эти уже вот надо отрезать. Сейчас алоэ цветут. В общем, вот такие вот дела. Дякули, как настроение? Да хорошо. Сегодня котик решил к нам прийти поспать утром. Рано пришел. Мяу-мяу, хочу с вами. Нагулялся, пришел, поел и спать возле дзакули. Как они спали красиво. Ой, это надо было видеть. Дзакули-му, мой хороший. Ну, ладно. Что-нибудь еще вам покажу обязательно. Дружок, пришел? Ты пришел? Кусать хочешь? Да.
Я только хотела заснять, открыть, показать. Получила вот себе письма. Письма. Открытки поздравительные. А тут дружок появился. Дружочек ты мой хороший. Сейчас я тебе вынесу. Сейчас я тебе вынесу покушать. Все бросаю, тебя покормлю, а потом все остальное, да? Мой хороший. Сегодня такой денек у нас. Прекрасный, прям прелесть. Закури, твой дружок пришел. Он обрадовался. Небо голубое. Красота. И не скажешь, что зима. Прям весенняя погода такая. Дружочек! Филараку! Филараку! А вот она и я, красавица. Так, это я знаю откуда. Так, как бы тебя открыть. Вот. Каждый год приходит. Это с нашего клуба кактусистов. Вот. Жаль, что без марки. Не каждый год с маркой. Бывает такая, какой-то штампик вместо марки. А я предпочитаю марку. Бывает, попадается новогодняя марка. Ну вот хотелось бы. У нас тут не приносят ничего интересного. Не привозят из марок нашу почту. Ну, ладно. Вот. Поздравление. Каждый год вот такая вот самодельная открытка. Видите, картон. Картон. Видите, он уже и кривой даже. Как он, где он лежал, не знаю. И на него, в общем, печатают вот такую вот штучку. Каждый год какой-то кактусик. Но это у нас, как его там? Ой, забыла. Знаете вы его? Придет в голову. И как всегда, одно и то же написано, только меняется число. Хасевхома стекала христуйники в тихизмену 2024. Значит, желаем вам хорошего Рождества и счастливого 2024 года. С нашего, значит, клуба. Вот. Вот так. Следующий. А это меня предупредили. Но я не думала, что мне два придут. Посмотрите, какая красота. Так, чтобы не было тут этих, как их, вот так. Красивые факелочки. Дружок, ты поел? Поел. Бегает. Вот. Меня предупредили, что мне послали. Ой, тут один вскрытый, что ли, чуточку. Как будто вскрытый. Или он отклеился. А ну-ка, этот нет. А может, я чуть-чуть отклеился. Так, извиняюсь. Такое место нашла, блин, подходящее. Еще все. Ладно. Сегодня мы ночью не спали из-за дзакули. Что-то его мучило. Ужас. Так, ну, постараюсь вытащить. Дружочек, ты поел, мой хороший? Он сейчас вот там вот за... Я же ставлю на этот... На дверь. Тут такое местечко есть прям. Мой хороший, агапимуйся. Все колос, не? И все колос. Я с ним по-гречески разговариваю, хотя по-русски бывает тоже ему кое-что. Но он все-таки грек, все с ним по-гречески разговаривают. Ну, я думаю, они понимают. Они же по интонации. Вот. Так, сейчас. Вот. Надеюсь, не против. В тот раз была не против. Вера. Здравствуйте, Вера. Благодарю вас заранее. Сейчас еще увижу. Конечно, еще поблагодарю. Какая красота! Смотрите, какая открыточка. Ой, мамочки, как я люблю детки. И собачка, что-то мне нравится. Ой, мамочки. А на стеклах снежинки, как мы их делали в детстве. Ну, прям. Ну, пианино у нас не было. Вот. Так, тут письмо буду читать. Ой, Снегурочка, Белочка. Понятно, тут чуточку намочилось. Видно, что тут чуточку вот намочилось где-то письмо. Ну ничего, все нормально. Снегурочка. Люблю снегурочек. Ой, приятненько. Ой. А тут Снегурочка с Дед Морозом. Ну да. Вот. Ой, в моей коллекции сколько будет снегурочек.
Вера, вы хотели, чтобы я показала что-то. Напомните мне, пожалуйста, какие вы хотели, чтобы я открытки показала? Новогодние я же показывала или нет? Снегурочек показывала только? Что я показывала? Я даже не помню. Какую-то новогоднюю тему можно показать. У меня и салфетки есть на новогоднюю тему. Красивые, разные. Ой, смотрите, обожаю. Я последние года люблю вот эту вот лошадку, вот эту качалку. Вообще лошадей любила всегда, а вот эта вот качалка-лошадка вообще мне так нравится. И очень полюбила щелкунчиков, не знаю. Прелесть, прелесть. Вот такая вот. А, это с 22-го года. Ага. Год тигра был, да? Угу. Красота. Столько открыток, мамочки. Кстати, мы еще мандаринки не брали. Вообще, мой муж поехал. Он сегодня работает. Не на своей работе, где-то в другом месте подрабатывает. И сказал, заедет на рынок, купит. Так что вот. Чаечек или кофе, мандаринки. Так, это один. Так, давайте следующий. Открывать. Как тебе открыть, блин? Да, они чуть-чуть намокли где-то. Вот тут вот, видимо, намокли и высохли. Бывает такое, бывает. Ой, этот закули там что-то жует. Я думаю, что за звук? Думала, что неужели черепаха вышла? Но она должна в такую погоду выйти. Все-таки тепло. Может, и выходит, а я... Когда она выходит, я ее не вижу. Может, сплю. Может, в доме что-то делаю и не вижу. Я же не целыми днями на улице торчу, чтобы ее увидеть. Так что мы, не знаю, когда встретимся. В этом году встретимся с черепашечкой еще. Пожелаю ей хорошего года нового. Так. Так. Кто-то едет, что ли? Так, ой, ой. Какая прелесть! Ну, опять девочка с куколкой, с кошечкой. Тут камин, елочка. Прелесть! Ну, эта девочка в моем стиле. Вот так меня мама любила. Самые красивые платьюшки, бантички такое все. Волос ухожен. И я такая, как принцесса в доме ходила. Да, меня мама видела такую. Она хотела, чтобы я была как принцесса. Ой, люблю. Вот это, кажется, Зарубина. Не именно эта открытка, а... Да-да, художник Владимир Зарубин. Это, как сказать, вот это вот... Нет, слова не вспомню. Ну, опять печатают заново. Очень мне нравится Зарубин. Одна птичка на елочке, что уже стоит? Красота, красота. Ну, у меня Дед Морозы много собрались. Ну, новогодние обычно с Дед Морозом все-таки. Ну, у меня и снегурочки, Дед Морозов не меньше, мне кажется. Да, вот это тоже красиво. Смотрите, открывает книгу, а там такая сказка, белочки такие. Ой, прелесть. И вот эти вот, как их называют? Блин, забыла название. Если не пользуешься, забываешь. Варежки? Варежки. С узором красивые. Так, ой, еще одна снегурочка. Ой, тут не одна. Ой, какая интересная. Да, вот это еще влажная даже. Так, собирай в ханки мокрые снежинки, доклади в корзинку, дома разберешь. Если я правильно прочитала. Маленькое письмо. Вот такая. Ой, какая она интересная такая вот. В синих тонах. Смотрите. Ой, как приятно. Забросила я совсем это дело. Ну, откуда я получу, если не с России, с оттудова открытки новогодние. Вот именно с такой тематикой, со снегурочкой. Ну, могу я обмениваться там с другими странами, с Европой, там, с Китаем, с Америкой. Но там же не будет снегурочки. Вот такая, знаете, какая у нее
шапочка красивая и интересная, и зайчик, кролик, и птичка, и все там есть. Ой, коса какая, у меня тоже была, уже нету. Еще снегурочка. Ой, сколько у меня снегурочек в коллекцию. Ой, какая тоже красивая. Какие там снежинки. Ой, прелесть. Вера, большое вам спасибо. Ну, вот подарок. Подарок к праздникам прям. Благодарю от всей души. Очень-очень приятно. Тут тоже второе письмо. Очень-очень приятно. Большое-пребольшое вам спасибо. Люблю наши открытки, даже если они не советские, даже они, пусть они из бывшей моей родины, мне всегда очень приятно, и вообще приятно внимание, приятно, все от вас приятное, мне приятно, все хорошее, все, что я чувствую от вас приятное, конечно же, я благодарна и рада. Вера, благодарю очень-очень и желаю вам всего-всего хорошего. Пусть у вас всегда все будет хорошо, и вы будете здоровы, счастливы. И если у вас получается, есть желание и возможность, делайте людям приятно. Мама испугал меня. Ну что ты за кури, за собаки? Делайте людям приятное. Это очень-очень классно. Молодцы, что вы это делаете. Вот. И не ждете никакого, значит, ответ. Хотя бы я очень хотела бы вам тоже что-то. Ну, попробовала ни раз, ни два вам послать. Ничего не прилетает. Вот. Ну, надеюсь, все это потихоньку уладится. И смогу я вам тоже что-то приятненькое отправить. Как-нибудь. И вам, и еще кое-кому. Ну, вот. Показала. Такая, знаете, сейчас пойду почитаю письма. И жду мужа, поедем за покупками. Может, вам что-нибудь покажу еще. А ты меня испугал. Я чуть тут не подпрыгнула с места, блин. Так резко гавкнул, мамочки. Смотрите далее. Вышли мы прогуляться чуточку. Вон он. Идем! Эля, Эля! Дзакули, стой! Эля, филарако, эля, бискотов отсюда, эля, 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 идем. Эля, кита, кита, эля, на. Дзакули, дадим ему бискотаки? Дадим. Эля, филарако, эля. Убежал. Крикнул на него Дзакули, из этого он убежал. Эля, горе ему, идем. Идем, я тебе дам. Не хочет. Так, прогуляю чуточку своего тут вокруг дома. Вокруг да около. Эла, филарако, не убегай далеко. Все, хочу дать, а он убегает. Дзакули, пошли. Ой, тепло. Сколько градусов? Вроде бы было, должно было быть 20. Может, больше 20 чуточку. Очень тепло. Солнце вот там. Дружок, идем. Вот прибежал, дала ему печеньку, забрал сторонку и кушает. А то я уже запереживалась, что убежал. Дзакули, больше не кричишь на него? Молодец, молодец. Идем, дружочек. Эля, Эля, филарак, Эля. Эля, Эля, Эля. Дзакули, ты только не кричи. Идем, идем, мой хороший, идем. Всегда такой чистенький. Может, кто-то ухаживает за ним. Ты мой хороший, ты мой умница. Настоящий дружочек прибегает, общается с нами. Ну все, там нету ничего, ищет, может, там что-то есть. Ну пойдем, я тебе еще дам. Давай, пойдем с нами назад. Дзакули, все, будем ворачиваться. Какой денек хороший, прелесть. Эй, ты присел? Ну, конечно, ты еще хочешь. Сейчас пойдем назад, мы тебе дадим еще. Пошлите, пошлите. Вот так, смотрите. Прекрасно. Вот она. Какая погодка. Спокойненько. Сегодня погодка, чтобы снимать видео. А я пропускаю такую погоду. И
Дякулі. Я дякулі.